И снова привет. Сегодня я забрал с почты свою посылку с новой катушкой Дайва. Заказывал я ее на Алиэкспрессе, что делал, в принципе, впервые. И сейчас будем вместе с вами ее распаковывать. Давайте посмотрим, что нам прислали. Упаковка, конечно, обычная. Никаких пломб. Так, друзья, коробочка Дайва Калдия КС LT3000CXH. Что, давайте посмотрим, что внутри. Так, инструкция. Чехольчик, фирменный чехольчик. Чехольчики у нас рукояточка. Далее катушка, регулировочные шайбы. Так, что у нас? Значит, посмотрим повреждения у нас следов эксплуатации. Не видно. Здесь маслица, смазочка. Made in China. Так, рукояточка у нас накручивается, ввинчивается. Ход плавный, люфтов я не вижу. Ну, если какие-то появятся при нагрузке, это будет позже. Так, пока что у меня замечаний к ней нет. Вот. Ну что, перейдем к характеристикам. Значит, по характеристикам это Дайва в 3000 размере, в компактном корпусе, о чем говорит буква C. X — это скоростная, 6,2. Вот, значит, передатка 6,2 к 1. Вес данной катушки 195 грамм. Максимальная нагрузка на фрикцион 10 кг. Оборот 93 сантиметра за оборот рукоятки, 7 шарикоподшипников. Наш пуля влезает 200 метров плетенки 0,16. Единички 0,16, 1,2 влезает 190, полторашки 170. В принципе, можно приобрести бобину 200-метровую, не наматывать бэкинг и намотать на эту катушечку. Вот. Почему выбрал эту катушку? Хотел себе давным-давно прикупить Страдик для Medium Light. Страдик 16 года. Потом были хотелки купить комплекс. Это, так сказать, улучшенный Страдик. Но годы берут свое. 16 год уже прошел 4 года назад. Все устаревает, приедается. В 18 году Калдия появилась с индексом LT облегченная. А в 19-м китайцы сделали для своего рынка. Добавили один подшипничек в эту Калдию. Сделали вот такой вот фейслифт, немножечко добавили красок и стали выпускать для своего китайского рынка. Я долго сомневался, не мог найти официальных данных, официальных каталогов, где эта катушка была бы. Но все-таки, уделив немного времени, полазив по дайвовскому каталогу, по дайвовскому сайту, зашел на китайский сайт, открыл там каталог, и в этом каталоге оказалась данная катушка. Вот, ссылочку я постараюсь вам скинуть в описании на каталог китайский. Вот. Также по продавцу с Алиэкспресс, что могу сказать. Доставка заняла у меня до Смоленска из Китая 11 дней. Это очень быстро. Отослал он на следующий день после оплаты. В принципе, для сезона менее 2 недель потерпеть
заказать катушку можно. Также ссылку на продавца я вам скину в описании. Вдруг кого-то заинтересует. Продавец вроде как оказался надежным. Вот. Ну, вот такой вот небольшой маленький ролик о распаковке посылочки с AliExpress с катушечкой. Обзор делать не буду. В интернете хватает специалистов, которые разбирают данные катушки, делают определенные обзоры на передатку, на подшипники и на прочее. Вот я купил катушку в своей хотелочке. Дальше буду делать какие-то выводы, буду эксплуатировать. Может быть, в следующем сделаю какой-нибудь ролик обзорный о моих впечатлениях от данной катушки. Ну а так, вам всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, какие есть в комментариях. До новых встреч!